Каждый огородник хочет знать, как защитить огурцы от болезней, пожелтения и иметь богатый урожай. Нужно обеспечивать ежедневный осмотр растения, не допускать размножения вредителей на листьях. Сегодня мы с вами поделимся несколькими легкими советами, как правильно удобрять огурцы натуральными подкормками и получать максимальную пользу от них. Для профилактики и быстрого роста огурцов используем дрожжи. В ведре теплой воды растворяем 100 граммов дрожжей и оставляем настояться на трое суток. Поливаем готовым удобрением растения с расходом 500 мл под каждый куст. Вы можете использовать данную подкормку два раза за весь сезон. Следующий эффективный способ готовим из хлеба. Замачиваем ржаные кусочки хлеба в 10 литрах воды с добавлением 10 мл йода. Настаиваем двое суток. Перед использованием разбавляем 1 литр готового раствора в ведре воды и опрыскиваем растения. Для корневого полива используем 500 мл под куст. Данная подкормка может использоваться один раз в месяц. На этапе цветения и завязи огурцов обязательно используем куриный помет. Разбавляем в ведре воды 500 мл куриного помета. Оставляем на 4 часа. Поливаем каждый куст по 500 мл. Еще очень богата полезными витаминами луковая шелуха. Для приготовления подкорма настаиваем трое суток луковую шелуху в 10 литрах воды и поливаем растения. Данная подкормка защищает от вредителей и насыщает почву микроэлементами. А укрепляет иммунитет огурцов и отпугивает слизней древесная зола. Просто распределите золу по земле перед поливом растений. Можете использовать данную подкормку один раз в две недели. И еще одно эффективное средство для стимулирования роста огурцов – это йод. В ведре теплой воды разведите 50 мл йода и полейте лунки. Удобряйте этим раствором огурцы в начале цветения.